Турецкие звезды пользуются повышенным вниманием не только у себя на родине, но и за рубежом. В этом успел лично убедиться Бурак Ачевит, которого чуть не задушили в объятиях российские поклонницы во время посещения Москвы. Вечером 23 июля русские поклонники могли лично пообщаться со звездой сериалов «Великолепный век» и «Черная любовь» Бураком Ачевитом, который накануне прилетел в Москву на звездный ужин в ресторане «Левантин». Как сообщает российская пресса, депозит столика с видом на актера стоил 15 тысяч рублей. Актер опоздал на мероприятие на 2,5 часа, но преданные фанаты все же дождались его появления. Толпа тепло приветствовала кумира в ответ на русское приветствие «Добрый вечер», сказанное Бураком. Доброго вечера! Hi everyone, we are really excited. Thank you so much, thank you for everything. You are so good. Thank you so much. Учитывая количество желающих пообщаться с турецкой звездой поближе, охрана решила отвезти господина Ачевита за специальный столик, организованный владельцами ресторана и тщательно охраняемый от разгоряченных поклонниц. Турецкие пользователи в соцсетях уже шутят. Главное, чтобы Фахрие этого не видела. Затем была организована фотосессия с поклонниками, причем, как утверждают, Бурак сам указывал охране, кого можно пропустить для совместной фотографии. Несмотря на шум и оживление в зале, он выглядел спокойно. Похоже, актер привык к подобной популярности. Не отказались от фотографии с турецким гостем и российские звезды. Дима Билан появился на мероприятии одним из первых. Ольга Бузова и Наталья Рудова сделали фото с Бураком еще раньше. Впрочем, им хотя бы не пришлось лететь в Стамбул, как это сделала пару месяцев назад Ксения Бородина. Сколько Бурак Ачевит пробудет в Москве, пока неизвестно. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Также вы можете узнавать самые последние новости в нашей группе в Telegram, ссылку на которую я даю в описании под этим видео.